Оказалось, что кошки не имеют права гулять сами по себе. Есть законы, четко объясняющие не только, как должны гулять кошки, но и сексом без разрешения и без светоотражающих элементов кошки заниматься не могут. А тем более нельзя, оказывается, предлагать зажженную сигару или сигарету кошке. Итак, всем привет, с вами Взрыв Мозга, и это 15 самых курьезных и смешных законов для кошек. Поехали! Кошки могут выходить на улицу только на поводке в городе Лоренс, Венгрия. Чиновники объясняют необходимость в этом законе тем, что свободно гуляющие коты и кошки представляют собой опасную угрозу для окружающих. Все черные кошки должны носить предупреждающий колокольчик на шее в пятницу 13-го в городе Френч Лик Спрингс, штат Индиана. Совместная опека над домашними животными, включая кошку, запрещена в случае развода семейной пары в городе Мэдисон, штат Висконсин. Кошка по закону присуждается тому, с кем она живет на момент развода. Кошкам в городе International Falls, штат Миннесота, запрещено заманивать собак к линиям телефонных проводов. Драки между кошками и собаками запрещены законом в городе Барбер, штат Северная Каролина. Домашние кошки не должны передвигаться на улице без светоотражающих элементов в городе Стерлинг, штат Колорадо. В американском городе Вентура, штат Калифорния, кошки по закону не должны заниматься сексом без разрешения. Кошки, живущие в городе Крескилл, штат Нью-Джерси, должны носить по три колокольчика на шее, чтобы предупреждать птиц о своем приближении. Кошкам из города Даллас, штат Миннесота, запрещено законом спать в булочной. Закон штата Калифорния запрещает кошкам публично спариваться на расстоянии менее 1500 фунтов от школы, ресторана или места вероисповедания. В городе Зион, штат Иллинойс, незаконно предлагать зажженную сигару или сигарету кошке. В городе Топека, штат Канзас, одной семье разрешено иметь не более 5 кошек одновременно. В то же время в городе Шорвуд, штат Висконсин, одной семье позволено иметь максимум 2 кошки. В городе Рид-Сити, штат Мичиган, запрещено содержать домашнюю кошку и птицу в одном помещении. Отловщикам собак в штате Вирджиния запрещено тревожить кошек, когда они ищут собак. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.